это мы, друзья, видим гравитон. Обнаружили, друзья, такой прибор, и рядом счетчик. Тут бы пройти с счетчиком Гейгера, то есть до зимы. Вот трубка. Необычная трубка старого телефона. Вот такого вот типа лампочка. Ветка, лампочка ужасная. Похоже, она на 12 вольт. Кстати, их там есть пару штучек, да? Папочек много. Так, друзья, вот здесь у нас такой документ, гравитон, уборщица, это у нас карточка уборщицы, халат, дальше у нас личные карточки, опять же завода гравитон. Личная карточка, учет соцодежды, спецобуви и защитных приспособлений. 90-й год. А, не, 80-й. 8.02.80 года. Комбинезон ХБ. Рукавицы. Ботинки. Куртка. Брюки. То есть выдавали абсолютно все. Вот срок носки. 12 месяцев. Комбинезон. Рукавицы 2 месяца. Ботинки 12 месяцев. Куртка 3 года. Брюки 3 года. Паспорт. Что же за паспорт? Счетчик холодной воды. Угу. Ну, я думаю, это уже более поздний счетчик. Хотя, может быть и не очень. Ну, держит стандарт качества, смотри, стандарт качества СССР есть.
вошли, друзья. Такие раньше были батарейки. Пальчик, электрон. Но она, очевидно, гниет здесь давно. Поваленные шкафы, в шкафах еще реактивы. Просто ужасающих размеров колбы. Толщина стекла сумасшедшая. Здесь у нас очевидно туалетное помещение. Всегда пол сгоревший. Душевые кабинки. Ртутные лампы, это не здорово. Красное помещение. Жесткое, очень загаженное. Это стекло, да? Стеклянные трубочки. А я думаю, знаешь, что это? Это трубочки, из которых делали термометры. Нет отверстия? Интересно. Переплавлялись? Да, кстати, похоже. Ладно, выходим, тяжело здесь дышать. Что ж, друзья, мы двигаем дальше. Вот, смотрите, интересный момент. У нас осталось еще два помещения. Ну и, конечно, если будет что-то интересное, мы покажем, расскажем о них. Ну вот, собственно говоря, друзья, мы вышли к этому последнему помещению. Это у нас огромнейший ангар. В ангаре срезаны металлические все составляющие. Внизу кто-то предусмотрительно поставил лестницу. Думаю, что под этим ангаром больше ничего нет. We'll be right back.
ребята, на этом будем прощаться. Мы уже вышли из завода. Всем спасибо за просмотр. Лайки, друзья, подписывайтесь на канал. HCV Циклон 04. Саня, Артур, спасибо. Подписываемся, смотрим, ставим лайки. Всем приятного вечера. Потому что у нас уже вечер.